Всем привет, это Даня, а это тоже Даня. Даня Роман. И я подстригся, всё. Он кончает, когда так делает. Угадайте, где мы? Да, мы в парикмахерской. Вы, наверное, сейчас подумаете, что мы пришли сюда подстригаться, но, как вы заметили, тут нет ни одного человека, кроме нас. И на самом деле мы пришли сюда убираться, потому что моя мама работает здесь, это кабинет косметологии, и она предложила мне убираться, потому что уборщица у них уволилась, и я зарабатываю денежки такие хорошие и убираюсь тут. Если у вас такая же тема на голове. Ну просто так я бы не стал начинать снимать это видео. Я хочу сказать, что когда мы уберемся, мы пойдем в кино. И снова с той же девочкой. И по с тем же улицам. И с тем же Кондратьевым. И с тем же настоем. Вот, и мы пойдем на фильм «Паранормальное явление 4». Мы думали, что нам билеты не продадут, но нам совершенно спокойно продали эти билеты. Ну что ж. Наслаждайтесь влогом. Ну вот мы пришли в паранормальное явление. Знаете, это обосраться просто. В конце куча каких-то пьяных тёлок. Замочили эту главную тёлку. Очень смешно, да? Она почти все фильм... Да, я весь фильм просидела с закрытыми ушами и глазами. А и я мне орал. Понравилось. А я орал, но мне нравится орать, потому что так становится немножечко страшнее. Ой, это так было смешно. Да. Да, господи. И я перекакался на этом фильме. И так перекакался. Это вы не представляете, если вы на него сходили, вы не пожалеете. Рядом это с... весь месяц адреналин, я вам говорю. Ой, вообще, мне я... понравился этот дед, который сидел покерфейс такой. Вообще. И просто это очень, очень клево. Сходите, только не описывайтесь. Подгузники можете с собой взять. Видите, он даже обоссался. Кушать или что-нибудь посидеть? Покушать. Ну, просто у нас просто такой адреналин после этого фильма, что я просто манал. А я... Это было эпично, очень эпично. Ладно, пойдем, что мы сидим. Привозим. Не, не хочу, меня тошнит уже. Блин, мы идем против солнца. И вам меня, наверное, ой, не видно. Снимай. Потому что это очень эпично. Ой, почему мне просто страшно? Фильм очень... у нас, кстати, появилась идея после этого фильма. Может, скоро мы снимем... О, мини-фильм. Кирюша. Так что давайте. Блин. Извини. Извини. Да мне выбрать, что эти. Ты мне? Да, это мне. А, ну, выбрасывай, я разрешаю. Итак, мы в шоколаднице. Все хавают. Ванилька. Так снимай, что меня ванилька. Видно даже один нос. Да, вот так. Мы, короче, в шоколаднице. Ну, мы пришли похавать, как вы видите, капитан очевидность. И что вам сказать? Если у вас есть... Да, и мастер снимать, конечно. Что я итак, ваши варианты ответа, что мне выбрать? У нас есть вот такая тема. Хотя кто мне ответит, я не понимаю. Итак, ваши варианты ответа. Тортики. Вкусные тортики, фондю или сексапильные бабулечки. О, ребята, это тот дед, который сидел с нами в кино. Да, надо было в САП сходить. И, наверное, спросите, куда мы идем? А мы ответим, что нам там. Кукату. Скидку на 3%! У меня на 7%. На 7%! У меня мать-то уехала. Ну, мать уехала. Твою мать. Ну вот и... Да, уехала.
В общем, мы идем в яму. Вас тоже это бесит, ребят? Да я открою. Чупа! Чупа! О, он мне подсказал новую идею для видео. Ждите нового видео про Чупа-Чупс. Даня, ты откуда руки растут? Это нормальное явление, да? И идет не я. Всем привет. Понятно. И мы пришли в Нияму. И смотрите, как мы прикольно сидим. То есть мы сидим на коленках. Спасите. Это по-японски. И да, мы какие-то странные люди. Хотели поесть шоколадницу, пришли в китайскую кухню. Японскую. Такова наша натура, детка. Да, и мы решили хорошо О, нам же меню уже принесли. Одну минутку. Мы заказали много вкусняшек. Интересно, вот насколько мы поживем? Ребят, у меня осталось 250 рублей. А у этого чувака туса. И мы заказали... Мажор. Вот, ребят, смотрите, что я нашел. Ребят, смотрите, официанта можно вызвать. Денег. Смотрите. И он открывает окошко. Че? Я мастер от колотек, но смотрите. На вещи. Он сломал окошко. Может, барабанчик. Вот тут такую крепость сделали, такая стенка, если вам понятно. Утром, надо было помыть руки. Все будет, и мы помыли руки. Хорошо. Да, и... Девочка, это я пою. Что? Ничего. Так, ничего. Ребята, вот что это такое? Вы мне скажите, я боюсь, что это не голова осьминога. Не, если кому не видно, это осьминог, ребят. Дай я смотрю. Посмотрите, что мы заказали. И мы вышли из ямы. Все объелись, не могли посчитать, сколько нам надо заплатить. Штука. Что нам делать? Что нам делать? Места так есть, места. В общем, весь влог, он заканчивается. Скажи пока. Не, ну может быть мы еще куда-нибудь придумаем и снимем его. Ну скажи пока. Короче, всем нашим зрителям пока. Ставьте лайки, палец вверх, или как там, и подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на мой и на его канал. Его канал видите на экране. Также, в общем, все. Ну, ставьте палец вверх. Всем пока.